Тихо. Нет. Те, кто говорят тысяча, не правы, потому что их меньше. Стоп. Иди сюда. Сколько ты сказал? Да, правильно. Как зовут? Отходим. Похлопаем, Алексей. У нас работает 600 человек. Последний вопрос, уважаемые черкащане. Сколько видов безалкогольных напитков под торговой маркой «Квиточка» выпускает завод «Черкас и пиво»? Стоп. Все. Варианты только из-за забора. Дети, все. Кто хочет за забор? Нет. Показываю на пальцах двумя руками. Черкас и пиво выпускают 10 видов напитков. Похлопаем. Всех черкащан с праздником! Наша компания и собственной компании «Гладкий» Анатолий Георгиевич поздравляет вас с Днем Независимости. Желает вам хорошего вечера. Пейте наши напитки. А мы постараемся в следующем году сделать к этому празднику пиво. Всем спасибо. С праздником!